Всем добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре с Александром Элдером. У нас заканчивается месяц, и мы, как всегда, поговорим с Александром, что произошло интересного на рынке, на что важно обратить внимание. Послушаем, как всегда, полезные советы от Александра. Как всегда, мы с нетерпением ждем этого вебинара. Поэтому вот пару слов скажу в начале и будем начинать. Ну, во-первых, как всегда, это предупреждение о рисках. Да, всегда важно помнить, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками. И важно это понимать, прежде чем вы начинаете торговать или акции, или валюты, или какие-то другие инструменты. Всегда риск нужно иметь в виду и научиться с ним работать. Также по несколько слов о компании Admiral Markets. Да, для тех, кто присутствует, возможно, впервые на этом вебинаре. Компания Admiral Markets является брокерской компанией. Мы предоставляем торговлю как на валюты, так и на акции. Более 8 тысяч инструментов представлено, и все инструменты, которые мы будем сегодня разбирать, они доступны для торговли. Но что я бы хотел сказать отдельно, вот буквально вчера у нас стали доступны для торговли ETF на американский ETF, да, которые не были доступны, ну точнее требовали специальной квалификации ранее, но так как у нас есть операционная компания в Австралии, для Австралии это доступно. То есть там вы можете торговать привычный американский ETF, как на S&P 500, на NASDAQ или на другие популярные ETF прямо на данном счете, именно на счете Invest MT5. Также хочу сказать, что в рамках компании мы уделяем большое внимание обучению, поэтому мы рады, что Александр раз в месяц с нами встречается, делится своим опытом, делится своим видением, да, наставляет в каких-то моментах. И также хочу сказать, что если вы хотите также получать для себя дополнительную информацию, то подпишитесь на YouTube-канал Admiral Markets, подпишитесь на Telegram-канал, и мы будем вас оповещать о всех важных событиях, о всех важных вещах. По плану вебинара на сегодня. То есть мы, как всегда, начнем с того, что обсудим ключевые инструменты S&P 500, DAX, ну, самые ключевые. Затем мы подведем итоги конкурса, да, который у нас был в прошлом месяце, где мы разыгрываем книгу с автографом Александра. Разберем акции, которые вы прислали, которые будут участвовать в следующем конкурсе. Также будет блок «Ответы на вопросы». Мы поговорим об индикаторах Александра. То есть мы давно это готовили, да, уже несколько месяцев. Вот сегодня как раз в конце вебинара я сделал анонс о том, как вы можете для себя на ваш MetaTrader 5 от Admiral Markets получить индикаторы Александра и в полную, что называется, насладиться как раз тем подходом, о котором рассказывает Александр. Ну и попробовать его для себя в первую очередь. Ну и в конце я также расскажу о правилах конкурса. С моей стороны это все. Александр, я готов передать слово вам. Как всегда, с нетерпением ждем вашего вебинара. И всегда готовы впитывать информацию. Да, огромное количество отзывов, огромное количество пожеланий я получаю каждый месяц. Поэтому, Александр, готов передать слово вам. Спасибо на добром слове, Роман. Надеюсь, вам меня слышно и видно. Да, все да. В порядке. У нас произошла небольшая, минимальная совершенно проблема со временем. Оказалось, живем в разных, работаем в разных временных зонах, и еще они на лето меняются. Так что это создает добавочный уровень сложности. Но я рад, что мы встретились опять здесь. Давайте посмотрим, что происходит на рынках, что произошло на рынках. Затем рассмотрим, как Роман предложил самую лучшую сделку. И он еще сделал очень такое хорошее предложение, когда мы переписывали сегодня утром, посмотреть самую проигрышную сделку. Потому что я знаю, что я учусь гораздо больше от своих ошибок, чем от своих побед. Когда делаешь деньги на рынке, все прекрасно, считаешь, что так полагается. А когда рынок тебя бьет по лицу или по какой-то другой части организма, то вот тут ты начинаешь думать, а что же я сделал неправильно и чего мне в следующий раз надо избегать. Роман, будем пользоваться вашим экраном, как всегда обычно вначале. Давайте, может быть, график S&P тогда. Да, вот как раз запустил. Да. События этого месяца. Как вы видите на дневном графике с правой стороны, в начале мая
рынок S&P вырвался на новую рекордную высоту за все свое существование. Пробыл там недолго, и была сильная коррекция, где рынок упал до нижней границы конверта, автоконверта. Это была среда, 2 недели тому назад. Он поднялся и в прошлую среду опять упал до нижней границы конверта. И я так с интересом смотрел, повторит ли он это в третий раз. Но этого пока что, по крайней мере, пока что не происходит. S&P сегодня поднимается, хотя очень незначительно. Один из... Значит, дневной график, все еще импульсная система зеленая. На недельном графике слева она синяя. Значит, ни плюс, ни минус, можешь делать, что хочешь. Дневной график запрещает продавать на понижение, потому что нельзя продавать на понижение зеленую импульсную систему. Есть индикатор, за которым я внимательно слежу. Собственно, это индикатор, который имеется в свободном доступе. Его нет в софте как таковом, но есть веб-сайт, где эти цифры публикуются все время. Не совсем в режиме реального времени, например, с 20-минутным запозданием. Этот сайт называется Bar Chart. И я вот сейчас смотрю на эту страничку. Индекс высот и низов. Значит, акции, которые делаются, достигают самой высокой точки за последний период времени и самой низкой точки своей за последний период времени. Я смотрю на 3 диапазона. В месячном диапазоне, вот сейчас, 268 акций, а их всего где-то около 4000 на Нью-Йоркской бирже, 268 акций достигли новой рекордной высоты сегодня. 252 нового рекордного низа за последний месяц сегодня. На квартальном графике, вернее, на квартальных цифрах, они показывают цифры, а не графики, на квартальном графике 144 по верхам, 93 по низам. И на годовых цифрах 80, всего лишь 81 акция достигла новых высот сегодня, а 22 упали до новых низов за год. Это очень слабые цифры для рынка, который находится прямо вот, то, что называется по-английски, на дистанции поцелуя от своей рекордной высоты. То есть рынок кипит, рынок близок к верхам, но в это время цифры, показывающие количество новых высот и новых низов, довольно слабые. И я поэтому смотрю на то, что происходит на этом рынке сейчас с большой осторожностью. Кроме того, рынок входит в период, который исторически связан со слабостью на рынке. Обычно первые 5 месяцев сильные, и потом наступает опять усиление где-то к Рождеству. Может начаться в ноябре, может начаться в октябре. А лето, как правило, мягкий такой симптом, это не лучшее время года для подъема рынков. На бирже даже есть поговорка «Sell in May and go away». «Продай в мае и сваливай». Мы находимся в конце мая. Ну, конечно, мы живем не по поговоркам, а по более серьезным параметрам, поэтому несколько позже сегодня мы будем смотреть на акции, которые вы предложили. Но рынок идет вверх, коротить сегодня его нельзя, поскольку импульсная система дневная, все еще зеленая, но это не мешает мне смотреть на него с большой подозрительностью. На что еще хотите посмотреть, Роман? Сейчас открою индекс DAX. Индекс DAX, значит, с левой стороны недельный график, с правой стороны дневной.
DAX, как очень интересно, он и сильнее, и слабее сегодня американского рынка. Он сильнее в том смысле, что вот на этой неделе, в понедельник и вторник этой недели, DAX вырвался на новую рекордную высоту. Захлебнулся и сейчас, значит, торгует вниз. И вы видите, что импульсная система для дневного графика стала синей. То есть DAX можно коротить. Посмотрите на индекс MACD гистограмму на дневном графике. DAX на этой неделе вырвался на новую высоту. Сравните высоту гистограммы на этой неделе с тем, что было в марте. Очень серьезная медвежья дивергенция. И как полагается дивергенция, то есть был высокий пик, был крутой пролом ниже нулевой точки и слабенький выход опять наверх. Так что, Роман, вы упомянули, что компания Admiral теперь будет предлагать торговлю ETF. Если бы я хотел сейчас сыграть на немецком рынке, то я бы вышел на ETF, который тикер которого EWG. Это ETF Германии. То есть есть ETF, которые разрешают торговать индексами разных стран, индексами разных групп акций. То есть это не только SPY и NASDAQ, а такие более дробленные ETF. Так что вот это Германия. На что еще хотите посмотреть? Евро-доллар. Как всегда посмотрим просто одну валютную пару, да, чтобы понимать, как движется доллар. Это евро по отношению к USD у вас, да? Да, все верно. Окей, значит, евро поднимается. Поднимается в зону, на недельном графике, поднимается в зону сопротивления, близко к предыдущим верхам. Но, глядя на дневной график с правой стороны, вот этот тренд вверх выглядит очень здорово. То есть к верхнему конверту откат в зону ценности, к верхнему конверту откат в зону ценности. И MACD ослабевает, но это характерное поведение MACD, когда тренд идет очень равномерно. MACD хорошо отлавливает такие двойные пики и двойные донышки, а когда тренд просто вот он идет равномерно вверх, MACD постоянно деградирует к нулевой линии. Мне кажется, что это то, что происходит здесь. Так что тренд евро вверх, и это связано с политическими всякими факторами, которые не меняются или меняются очень медленно, и технический тренд выглядит очень нормально. Сейчас открываю золото. Золото активно растет последние пару недель. Да, спасибо одному из наших участников, который мне на эту тему прислал комплимент. Фундаментально золото растет, потому что началась инфляция. Я не знаю, как это в Восточной Европе происходит, но в Америке это колоссально ощутимо. Правительство говорит, что инфляции нет. Да? Но это... Я не знаю, как они считают. Я вам просто приведу примеры. Приехал ко мне приятель и хотел посмотреть, может быть, купить дом вот в том районе, куда я переехал, на северо-востоке страны. Леса, горы, медведи. К соседу леса пришла вчера. Такая очень спокойная жизнь, и при этом рядом один из крупнейших университетов страны и очень много высокотехнологичных фирм. Жена нашла ему какой-то приятный такой домик на интернете. Я позвонил брокеру, сказал, что вот ко мне приехал друг, хочет посмотреть этот домик. Она говорит, а он готов сегодня вот его купить? Я говорю, нет, он посмотреть хочет. Она говорит, мы вывесили его 4 дня тому назад, и у нас уже 5 предложений на этот дом, одно выше другого. Так что если ваш друг серьезно хочет купить, да, я вам покажу этот дом, а иначе давайте не будем тратить время. У меня есть друг, который занимается сталью.
сроки ожидания, чтобы получить сталь, где-то порядка 7 месяцев. То есть нехватка всего. Едешь по улице, везде требуется, нехватка рабочих сил. Цены растут, спрос на недвижимость растет. Правда, правительство говорит, что инфляции нет, но золото идет вверх. И конца этому пока что не видно, потому что, как всегда, правительство действует с большим запозданием. Например, они до сих пор борются с якобы безработицей и последствиями пандемии. На самом деле, я еду по улице, еду по дороге, колоссальная нехватка, везде требуется. Рестораны многие закрываются на полдня, потому что не могут найти достаточно людей, чтобы работали в них. То есть золото идет вверх вот именно с такого из инфляционного давления. Так что, и заодно, кстати, к слову, если вы хотите поучаствовать в этом процессе, то посмотрите акции компании, которые строят жилые дома. Это один из самых сильных таких индикаторов инфляционного давления. Так что золото, на данный момент, от политики возвращаемся к графику. Я смотрю на этот график. Сейчас, конечно, не лучше. Месяц назад было лучше покупать, потому что месяц назад недельный график только развернулся вверх, а дневной график был близ зоны ценности. Сейчас недельный график прет вверх, очень хорошо, но дневной график выше верхнего конверта. Для меня это запретная зона для покупок. Я не покупаю верхнюю зону конверта, я там только продаю. То есть рынки всегда колеблются между жадностью и страхом. Сейчас преобладает жадность. Лучше подождать покупать до того, как появится какой-то страх. А он всегда появляется. Котировки золота упадут к зоне ценности. Зона ценности начинается где-то от $1,866 и ниже. А само золото котируется, как мы с вами говорим, в данный момент 1903. То есть, золото переоценено почти на $40. Купить его здесь – это купить его по теории наибольшего дурака. Человек, который покупает, говорит: да, я дурной, ему стоимость 1865, 1866, я плачу больше 1900, но ничего, я найду еще большего дурака, который мне еще больше переплатит. Это опасный подход к игре, потому что на рынке очень мало дураков, на самом деле, колоссально мало. Очень много азартных игроков, но глупых людей рынки просто не привлекают, поэтому надежда, что найдется какой-нибудь, кому можно будет это дело слить, это такая несерьезная надежда. Ждем отступления, чтобы докупить. Угу. Спасибо, Александр. И завершим наш обзор, такой межрыночный обзор, как раз по нефти, нефть марки Brent. На недельном графике, давайте уплотним его немножко недельно, чтобы больше истории увидеть. Нет, наоборот. Вот так, хорошо. На недельном графике нефть, конечно, поднялась к зоне сопротивления. Зона порядка $60-70, где многие предыдущие пики образовались. И совсем у правого края, нефть начинает вычерчивать двойной пик. Не лучшая, не самая оптимистическая система. С другой стороны, тренд все еще вверх, скользящие средние поднимаются. Спорить с трендом не самое выгодное занятие. Трудно высказать четкое мнение здесь. Рост экономики, конечно, способствует спросу на нефть. С другой стороны, конечно, сейчас колоссально развиваются альтернативные технологии. Давайте посмотрим на дневной график. Видите, тоже очень похожая ситуация. Бьет в 70 и отступает. Бьет в 70, отступает. Бьет в 70. С другой стороны, рынок ударил в эту зону 70,
за последние 2 месяца 3 раза уже, да? 3-4 раза. Если бы он хотел развернуться, у него были все возможности развернуться. Но, тем не менее, ни одну из этих возможностей рынок нефти не использовал. Нет четкой картины. Но я в таких случаях я всегда себя спрашиваю. Если бы тебе кто-то приставил пистолет к голове и сказал, тебе надо поставить сделку по нефти и сваливай из рынка, и не смотри на рынок на протяжении энного времени, скажем, на протяжении месяца. Мне пришлось нефть купить. Почему? Потому что недельный график вверх, и дневной график упорно бьет в ту же зону сопротивления. Но поскольку никто мне пистолет в голове не представляет, я просто говорю, знаете, давайте я буду торговать чем-то более ясным, чем нефтью в данный момент. Спасибо, Александр. Да, вот мы посмотрели основные инструменты. Теперь можем как раз перейти к тому, чтобы посмотреть акции предыдущие, да, то есть объявить как раз победителя конкурса. Сейчас я открою табличку, как раз покажу то, что у нас было, чтобы всем было видно. Итак, у нас был май, у нас, соответственно, по конкурсу цена входа была 28 число, да, конец дня, и цена выхода 25. Ну, а чуть подробнее о конкурсе я в конце видео еще расскажу, в конце вебинара. У нас как раз две акции на обсуждение. Это акция «Победитель», да, Кирилл Ермилов предложил акции компании Virgin Galactics, которая успешно провела как раз испытания на минувших выходных. И, собственно, это, скорее всего, помогло этой акции подрасти и стать победителем. И еще одна компания ISPT, то есть, которая показала падение порядка 30%. То есть здесь, с одной стороны, мы понимаем, что, скорее всего, выход произошел бы раньше. То есть мы берем просто вот диапазон от вебинара до вебинара. Но здесь было бы как раз интересно услышать, Александр, ваше мнение, как стоит действовать в подобной ситуации, да, то есть когда было разумно выйти из этой позиции, чтобы как раз не держать убытки. Да, вот в этом разрезе было бы интересно посмотреть. Давайте сначала посмотрим на компанию Space, SPCE. Я надеюсь, что, может быть, у участника вебинара, который предложил эту акцию, у него какие-то личные контакты с товарищем Брансоном, который ему сказал, что запуск намечается, прогноз хороший, потому что вы поставите график этой акции, да? Вы можете запустить, то есть я думаю, что вам... У себя, окей, потому что я вижу только ваш график. Окей, да. Да, я остановлю со своей стороны демонстрацию экрана. Так что, да, Кирилл, мы вас поздравляем как раз с победой в этом конкурсе. Я напишу на YouTube-канале, если вы сейчас не здесь, как можно будет получить вашу книгу. И сейчас вот Александр также ее рассмотрит. Окей. Так, одну секунду, я слегка запутался. Continue, screen sharing, сюда. И share. Так, вы видим мой экран сейчас? Да, все в порядке, все видно. Вы знаете, я бы эту победу по Space, SPCE, отнес бы за счет удачи. Потому что если бы наш вебинар был бы не сегодня, а, скажем, в прошлую пятницу, а еще даже в прошлую среду, то это была бы совершенно проигрышная позиция, потому что компания падала очень, очень упорно. Но вот произошел этот успешный запуск, и удачно получилось по времени. Что будет дальше? Брансон успешный бизнесмен с очень хорошей историей, с историей успехов, многократных успехов, и он собирается запустить суборбитальные полеты, то есть полеты в космос, но не на уровень, скажем, космической станции, а немножко повыше верхних слоев атмосферы, такие относительно короткие полеты.
И, естественно, есть люди, которые за это дело заплатят, и, значит, он надеется, он собирается лететь в самый первый полет. До каких-либо доходов осталось еще очень долго, больше года, намного больше года. Так что доходов компании пока что никаких не предстоит, а расходы предстоят совершенно точно. И сюрпризы, скорее, если будут какие-то сюрпризы, то они скорее будут негативными. Наверняка правительственные разные организации, которые обеспокоены безопасностью людей, будут всячески совать ему палки в колеса. Ну, посмотрим. Так что это такой технический взлет, по-моему, на новостях. Я бы особенно не радовал. То есть Александр, вот, может быть, тогда ваше мнение, то есть есть, ну, фактически два вида акций, да, которые мы можем использовать для трейдинга или, ну, скажем, для инвестиций, то есть value и growth. То есть вот, то есть понятно, что вот акции этой компании, они очень волатильны, да, могут как быстро падать, так и быстро расти, тем более у компании там нет прибыли, нет фактически ничего. То есть вот вы, как вы считаете, трейдинг на подобных акциях, он оправдан или... Вы знаете, он был оправдан, он был оправдан. Эти акции летели вверх со страшной силой весь прошлый год. И вот это вот, так сказать, счастье кончилось в феврале этого года. Вы знаете, я вам просто покажу несколько популярных акций из тех, что... Ну вот, начнем даже с той же Теслы, например, да? Я перейду на недельный график. Акция Теслы. Одну секунду, хочу подвинуть экран. Достигла $900. Упала ниже 600, потеряла треть. Это еще не так плохо. Берем компанию Plug, компанию для зарядки электромобилей. Plug Power, PLUG. Медленно заряжается почему-то. Так. Акция начала свою жизнь ниже $10, взлетела до 70, упала ниже 20. Сейчас поднимается немножко. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот компании, рассчитывающие на будущее, на, так сказать, на, еще одна компания, FUBO, будущее телевидения, началась где-то немного выше $10, взлетела выше 60, упала до 15, и сейчас $23. Компания, которая обещала всякие медицинские прорывы, Sorrento Therapeutics, торговалась по $5, взлетела почти до 20, сейчас стоит $7. Вот это вот, акции, у которых нет сегодняшних доходов, но у них есть ожидание светлого будущего. Они сейчас, ну, последние несколько недель, они немножко приподнимаются со дна, но, сказать, большое счастье, в кавычках, закончилось в феврале. С другой стороны, смотрим на компании, которые живут в реальной экономике. Например, эта компания, которая один из наших участников предложил ее на конкурс, Boeing, делают самолеты, на которых летает весь мир. У них были, конечно, колоссальные проблемы, когда, знаете, есть замечательное американское выражение foolproof, то есть система, защищенная от дурака. Вот их проблема, их вина в том, что они сделали последнюю модель самолета, которую они выпустили, она не была достаточно защищена таким образом. И разбились два самолета со своими пассажирами и с экипажем. Пилотом одного самолета, человек, который закончил среднюю школу, летал несколько лет, и его ассистентом был человек, который начал летать на этих самолетах на гражданской авиации 3 месяца тому назад. То же самое другой, который разбился, недообразованный, с недостаточным опытом. То есть, да, самолет, как все эти аварии произошли в странах третьего мира, но
мы все живем в одном мире, и поэтому Боингу сильно досталось. Акция упала от $450 до ниже 100. Сейчас она стоит $241, и вы видите, идет такой очень здоровый подъем. Акция взлетает, немножко опускается, взлетает, разжевывает свой успех, взлетает, разжевывает свой... Вот, вот это вот реальная экономика. Еще одна компания, General Electric, я беру так вот на скидку, ее нет в сегодняшнем конкурсе. Это компания, которая пострадала из-за того, что дурака назначили главным. Это одна из старейших компаний в Dow Jones. Теперь ее выбросили из Dow Jones. При предыдущем хозяине она была одной из сильнейших компаний в Америке. Потом взяли этого товарища Иммельта, который, например, когда он летал куда-то по делам, то он брал 2 реактивных самолета частных, чтобы, значит, на всякий случай был 2-й. Ну, вот такой вот очень важный человек. Компанию опустил до $6, а сейчас она уже стоит $13. Очень-очень нормально растет. То есть вот такая вот реальная экономика поживает совсем, совсем неплохо. А вот эти вот большие надежды на будущее, это в данный момент отходит на задний план. Спасибо большое, Александр, за ответ. Развернутый. Давайте посмотрим на акцию, которая упала. Значит, акция, которая упала, это была ICPT. Это фармацевтическая компания какая-то. И я поставлю, это недельный график, да, я поставлю вертикальный штрих, по-моему, там, где вот у нас как раз вебинар происходил, написано 30, это неделя, которая закончилась 30 апреля. Мы, да, 28 апреля у нас. 28, да, вот это, значит, я правильно поставил. Смотрим на правый край, значит, на этот штрих. И я не помню, что я говорил про нее тогда. Я надеюсь, кто-то помнит. И надеюсь, что я не прыгал вверх и вниз, говорил, всем покупать, всем. Нет, я знаю, так не разговариваю. Но посмотрите. Акция котировалась на уровне $120, выше $120 в недавнее еще время. Опять-таки, около $120 в начале прошлого года, позапрошлого года. Потом, значит, медвежий рынок, пандемия. И во время пандемии фармацевтическим компаниям нужно было подниматься, спрос был. Вместо этого эта компания, у нее был gap, разрыв, она упала от $80 до $40. Я так надеюсь, это не был ли, поправьте меня, если я это пропустил, может быть, это был split, но как бы то ни было, посмотрите, как недельный график четко идет вниз. Более низкий низ подтягивается к зоне ценности. Более низкий низ подтягивается к зоне ценности. Более низкий низ подтягивается к зоне ценности. Опять более низкий низ. То есть кто-то ловил дно. Кто-то ловил дно на этой акции. Живет под Бостоном очень умный человек. Его зовут Питер Линч. Он очень пожилой, на пенсии, очень богатый. Он был одним из очень крупных управляющих капиталами в Америке где-то 15-20 тому назад. И он написал книгу, я уверен, что она на русский язык переведена, по-английски она называется «One Up on Wall Street». «Победа на Уолл-стрите», я бы так ее приблизительно перевел. Питер Линч. Так он пишет, попытка поймать дно – это как попытка поймать падающий нож. Ты обязательно схватишь его в неправильном месте. Да? То есть падающий нож нужно за ручку хватать. Ну, получается, за лезвие. Не лови дно. Вот это как раз пример того, чего не стоит делать. Смотрим на дневной график. Значит, я теперь уже с большей уверенностью поставлю этот вертикальный штрих на 28 апреля. 29 я поставил. 28 апреля. Так, еще подвинуть. Иди сюда. Вот так вот. Так, еще раз придется сделать. А,
Еще раз. Так. Вот. Что-то не слушается у меня компьютер, даже не знаю почему. Получилось. То есть с того дня эта акция каждый день была ниже, ниже и ниже. Да, тут вроде бы двойное донышко, да, тут вроде бы бычья дивергенция, но это попытка поймать падающий нож. Точно стоило бы поставить защитную приостановку где-то вот ниже уровня предыдущего донышка. Вот здесь был стоп. И уже абсолютно точно стоп был где-то вот на подходе к этому дну. А сейчас, то есть акция провалилась через все эти зоны, и сейчас торгуется еще ниже. Если кто-то хочет дать мне эту акцию бесплатно, я ее возьму. За деньги я ее не покупаю. И опять-таки, я это говорю ни в коем случае не в насмешку над человеком, который это предложил. Я сам совершал эти ошибки 1000 раз, ну, меньше, чем 1000 раз, когда я был начинающим трейдером. Не лови дно, не лови дно. Найди акцию, которая устоялась. Вернемся на секунду к той же, к тому же Боингу. Акция, которая устоялась. Что-то медленно заряжается. Странно. Может быть, потому что я транслирую это по Zoom. Это занимает, съедает какие-то мощности. Вот Boeing. Boeing. Здесь нет никакой речи о том, чтобы ловить донышко. Донышко уже состоялось в прошлом году. Тренд четко идет вверх. Поэтому смотрим на дневной, это недельный график, смотрим на дневной именно с тем, чтобы ловить донышко или ловить. В данном случае я бы ждал бы зоны отката к зоне ценности. Boeing торгуется сегодня $241. Зона ценности где-то в районе 234. Вот тут можно разместить заказ, приказ на покупку. И даже если он преждевременный, то очень сильная поддержка внизу. Не надо сидеть на проигрышных позициях, потому что не только теряют... Не надо держать позиции из надежды, потому что, во-первых, большинство этих надежд не сбываются, а во-вторых, когда человек сидит и ждет разворота, он или она не могут искать новых выгодных сделок. Вот такая вот плохая позиция просто затуманивает голову и держит ее в тумане. Лучше, так сказать, застрелить ее и поехать дальше. Что-то я разговорился. У нас масса заявок на сегодня. Но мы начали немножко поздно, поэтому мы, конечно, и продолжим подольше. Очень интересно, что сегодня, значит, пришли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15 акций на повышение и 4 на понижение. В прошлый раз была только одна на понижение. На какие, Роман, вы предлагаете сначала смотреть? Повышение или понижение? Ну, мы можем начать с понижений. Давайте, их меньше. Значит, Анна Викторовна, по-моему, она выиграла что-то в предыдущие месяцы. Да, она выиграла. Вы знаете, женщины – это меньшинство среди трейдеров, но процент успешных трейдеров среди женщин, как мне видится, выше. Почему? Выше дисциплина. Меньше такой вот самоуверенности. Я уверен, что эта акция развернется. Опять, Кармен, что-то медленно у меня грузится. Я думаю, это... Хотя очень странно, вроде здесь очень быстрый интернет. Но я думаю, это из-за... Может, мне перестать видео показывать? Может быть, тогда быстрее будет? Люди пришли смотреть на графики, а не на мою светлую личность. Не знаю. Как вы хотите. Если хотите, можем попробовать. А потом, если это замедление будет продолжаться, видео отключим. Как вы хотите. Ну, давайте подождем, потому что вас всегда приятно видеть. Я бы хотел, чтобы больше девушек такое говорили. Спасибо. Доброе слово и кошке приятно, как это было в старом советском фильме. Так вот, The Blackstone Group. Анна предлагает коротить Blackstone Group. Я скажу и да, и нет. И такой четкий ответ. И да, и нет.
Наверное, на самом деле, нередкий ответ для биржи. Значит, эта группа четко переоценена. То есть недельный график, я не знаю, вам виден вот этот экран, или он очень темный, я могу его посветлее сделать. Так, я сейчас поменяю цвет, чтобы было лучше видно. Что-то совершенно. Роман, чего-то система отсоединила она меня еще от вы знаете, что-то не тое. Давайте перейдем на ваш компьютер, потому что мне нужно будет мою программу, я думаю, сделать рестарт. Чего-то она забарахлила у меня. Хорошо, да, давайте сейчас. А вы знаете, нет, исправилась. Все. Как только услышала, что я отключаю, она сразу взяла и забоялась. А, вот сейчас мы лучше видим верхний конверт, да? Да, сейчас. Вот. А, нет, тем не менее, я получил сообщение, проблемы, система сейчас закроется. Когда она закроется, переходим на ваш компьютер. Смотрите, с положительной стороны, эта акция Blackstone Group колоссально переоценена. Недельный график выше тройного конверта. Но при этом это одна из самых прибыльных компаний в Америке. Это, причем очень сильно завязана в политику, многие предыдущие министры там работают. Очень умная финансовая компания. Я просто боюсь такие компании коротить. Лучше искать более легкую мишень. С другой стороны, конечно, компания четко переоценена. Роман, может быть, вы видите дневной график этой компании BX. Борис X-Ray. Да, сейчас один момент. Потому что я четко теряю. Я перезагружу, и тогда она выйдет, видимо, обратно. Так. Один момент. Так вот, дневной график готов. На дневном графике эта компания BX, конечно, выглядит очень привлекательно для того, чтобы ее коротить. Имеется ложный пролом, прорыв вверх, и имеются вот прямо в лицо такие четкие дивергенции MACD-гистограммы, MACD-линий и индекса силы. Так что, Анна, на дневном графике эту картинку распечатать и повесить. Просто вот так вот выглядит прекрасная верхушка. Но опять-таки, это одна из компаний, которые я просто побаиваюсь продавать. Очень сильная компания, очень прибыльная компания. Я предпочитаю искать такие более легкие мишени. Едем дальше. Юсуф, уже теперь по списку и в лонг, и в шорт, потому что у меня на компьютере они были разделены, а здесь они нет. Юсуф спрашивает, хочет закоротить индекс S&P. Давайте поставим как раз то, что вы сказали, теперь доступно на Адмирале. SPY, SPY, как шпион. Это индекс S&P. Один момент. Так, сейчас мне нужно на другой счет переключиться. Пока он у меня здесь не отображается, поэтому по аналогии просто S&P 500, как фьючерс. S&P 500. Интересная мысль. Прекрасно, сейчас все видно. Смотрите.
Идея очень неплохая, потому что, как я вам показал раньше, вот этот индекс новых высот, новых низов показывает, что лидерство этого бычьего рынка очень ослабло. И, конечно, время для коррекции вполне хорошее. Единственное, что надо следить за индексом силы. Извините, за импульсной системой, которая сейчас еще зеленая. Но вот этот софт, о котором вам Роман сегодня немножко позже расскажет, он должен позволить вам определить, на каком уровне импульсная система перестанет быть зеленой и станет синей. И вот на этом уровне можно, конечно, выставлять позицию накоротко. Так что желаю успеха. Андрей просит посмотреть на акцию Kinsale Capital Group, KNSL. King, Nancy, Sam, Larry. Сейчас, да, чуть-чуть побыстрее пойдет. Я добавлю все остальные акции сразу же по списку. Я пытаюсь перезагрузить свою самую систему. Она просто ужасно хулиганит и не перезагружается. Так, смотрим на KNSL. Если память не изменяет, это инвестиционная компания. Вы знаете, она упала от 240 до $150. Пытается базироваться на недельном графике. Очень сильный удар вниз, если посмотрите на глубину MACD-гистограммы. Очень сильный прорыв вверх по индексу силы. На дневном графике у правого, значит, это уже третья попытка проломить уровень поддержки в районе 150. Дивергенций никаких положительных нет. Так что я побоялся бы покупать ее здесь. Но если, Андрей, если вы решитесь ее покупать, обязательно ставьте защитную приостановку. Но я боюсь, что приостановка будет выбита, потому что похоже, что эта акция действительно очень так четко бьет по донышку. Один из наших участников, я очень не люблю, когда люди пользуются псевдонимами, он себя называет «красной машиной». Он просит посмотреть на акцию Baidu, B-I-D-U. Вы знаете, все эти китайские, большие китайские, у китайских акций есть проблема. Главная их проблема то, что они китайские. Я с удовольствием смотрю на компании из Тайваня, но компании из материкового Китая – это совершенно другая песня. Все эти компании сейчас находятся под очень сильным ударом. Не забывайте, это страна коммунистической диктатуры, это полицейское государство. И их босс решил, что финансисты слишком разошлись и слишком много знают про людей, потому что собирают информацию. И сейчас на эти компании, на большие, типа Alibaba, Baidu, Tencent, идут колоссальные накатки. И поэтому Baidu упала от $350 до 175, потеряла половину ценности. Если вы думаете, что на этом закончились их проблемы, то читайте историю. Коммунисты так просто не отступают, пока не получат по зубам. Поэтому, да, можно посмотреть дневной график, вот там двойное дно, да, вот там бычья дивергенция. Бог в помощь. Техническим анализом, но за этим стоит жесткая, грубая накатка, открытая совершенно на высокотехнологичные компании. И будущее их представляется не таким светлым, каким оно было еще не так давно. А что касается маленьких компаний из Китая, то совершенно эндемическое жульничество. То есть бумаги, которые они публикуют, отчеты о доходах, о том, о сём. Если вы верите вот этим доходам,
то у нас мост есть в Нью-Йорке, Бруклинский мост. Мы его продаем людям, которые верят в такие вещи. И, кстати, правительство покрывает их, потому что американские биржи, вернее, не биржи, а организации, которые контролируют биржи, SEC, Securities and Exchange Commission, стали требовать, чтобы китайские фирмы по аккаунтингу, по счетоводству представляли отчеты по американским меркам и проходили бы аудиты у американских аудиторов. Но они от этого дела четко открещиваются. Так что good luck с китайскими акциями. Следующее. Я как раз Alibaba открыл, сразу же там было... То есть, то же самое. Да. Alibaba от 316 долларов до 200. Только треть потеряла акция, вместо того, чтобы как другая потеряла 50%. Очень неблагоприятная ситуация и очень опасная ситуация. Игорь пишет... это мы уже смотрели. Антон пишет, хочет закоротить FedEx. Давайте посмотрим. Это интересная идея. Я как раз вышел на свою программу. Вроде, моя работает очень хорошо. Если вы захотите перейти ко мне... На мою программу. То это как вам удобнее? Если давайте продолжим с вами, потому что люди работают с этим софтом, они должны смотреть на него. Хорошо. FedEx. Что мы видим? Значит, FedEx колоссально взлетел в прошлом году, потому что все мы сидели по домам, и вся коммерция, не вся, но большинство коммерции стали дистанционной. То есть то, зачем люди раньше могли в магазин сбегать, включая еду, заказывали через FedEx или через UPS. Произошел как раз колоссальный взлет, падение, значит, где-то к Рождеству, что очень странно, обычно это боевое время. И сейчас произошел второй взлет. Но, значит, и этот взлет достиг новой высоты. Сравните верхушку на недельном графике MACD гистограммы летом прошлым и сейчас. FedEx сильнее или слабее? Сравните высоту также MACD-линий, сравните высоту индекса силы. То есть имеется основательная медвежья дивергенция. При этом пандемия в Штатах, это основной рынок FedEx, на исходе. Не хочу вызывать зависть ни у кого, но, например, сейчас люди получают вакцины сколько угодно. Любой может прийти и вакцинироваться. Любой старше 12 или 14 лет, я уже не помню. Но маленьким родителям нужно разрешение. В штате, где я живу, Нью-Хэмпшир, 74% были вакцинированы 2 недели тому назад. Сейчас это больше. В соседнем штате, Вермонт, уже 80% по данным на сегодня. Людям дают премии, чтобы вакцинировать. Ну, маленькие премии. Дают мороженое, там, дают какие-то купоны. Ну, чушь, но тем не менее, вакцины залейся. И, естественно, все хотят жить нормальной жизнью. Ходить в кино, ходить в рестораны, ходить за покупками. Такой спорт национальный у нас есть. Шоппинг. И поэтому бизнес FedEx может только понизиться. То есть вот прошлый год был исключительным. И они цены еще подняли к этому, естественно. Ну, их можно понять, потому что им рабочим нужно было больше платить и так далее. Но тем не менее, вот эта вот малина для FedEx начинает подходить к концу. И поэтому это очень, так сказать, вполне разумная ставка здесь. У правого края на дневном графике был всплеск в начале мая в MACD-гистограмме, потом, значит, индекс упал вниз, и в понедельник на этой неделе он поднялся, но даже не смог пересечь нулевую линию, а сейчас опускается опять. Так что закоротить FedEx – это очень даже
актуальная идея. Опять-таки, помните о рисках, Роман вас предупреждал, помните о необходимости защитной приостановки. У нас нет сегодня времени обсуждать, как ее ставить, может быть, как-нибудь в другой раз, но обязательно защищайтесь. Еще один наш аноним хочет посмотреть диско. К моему удивлению, на понижение. К тоже. Диско, да. Вы знаете, компания... Было несколько компаний. Тут был колоссальный скандал. Значит, как сказал один остряк, когда мне кто-то говорит, что он честный, я сразу начинаю пересчитывать серебряные ложки. Был мужик, значит, здесь, который был осужден за всякие жульнические операции в Гонконге и в Штатах, и он построил новую систему, и в частности он закупил огромное количество акций Disco и Viacom, и китайских несколько компаний, мужик с Тайваня. Система рухнула, и эти акции рухнули вместе с системой. И Disco – это одна из этих вот рухнувших штук. Я не знаю, я не очень согласен с тем, чтобы ее коротить. Disco упала очень резко, когда эта система развалилась, подержалась, потом упала еще немножко ниже, и сейчас просто выходят последние уже отчаявшиеся быки. Но падение становится все слабее и слабее. MACD-гистограмма вычерчивает бычью дивергенцию, то же самое с индексом силы. Я бы готовился к покупке скорее, чем к продаже. Ну, я могу ошибиться точно так же, как любой другой человек. Андрей пишет CLX Long. Александр, я думаю, что у нас уже заканчивается время. И, то есть, может быть, мы еще там одну-две акции посмотрим. Чтобы... Давайте я посмотрю тогда на вскидку. Я просто вижу некоторые, вот интересная акция Дельта. DAL, Дельта. То есть все акции мы в любом случае включим в конкурс, но вот рассмотреть. Да, прекрасно. Дельта, да? Да, добавил. Это одна из крупнейших американских авиалиний. Естественно, во время пандемии она сильно пострадала. Акции упали от 70 с чем-то долларов вообще до единичных цифр, сколько-то где-то, до нескольких долларов всего. И сейчас она медленно, наверное, растет. Акции котируются по 47 долларов сегодня. Была коррекция, которая началась в марте. Коррекция закончилась. Пандемия заканчивается в Америке. Люди начинают путешествовать опять, особенно внутри страны. За границу еще не очень. И компания Delta выглядит совсем неплохо. На дневном графике мы видим ложный пролом вниз в начале этого месяца, и компания идет вверх. Единственное, что я сказал бы, что я не люблю гоняться за компаниями, когда они вот идут вверх. Я скорее бы поставил приказ о покупке в зоне ценности, то есть в зоне вот этой скользящей средней, то, что где-то порядка 46 долларов. А компания-то продается по 47. Вот хочу такой скидки, тогда могу покупать. И, может быть, уже совсем наконец. А вот, кстати, Роман просил посмотреть Boeing, мы его посмотрели. Давайте, может быть, последнюю акцию тогда. Вальдемар хочет закоротить Netflix, NFLX. Открываю. Как заметьте, причем, как всегда, начинаем анализ на недельном графике. Опять-таки, Netflix. Все сидели по домам. Все сидели по домам и смотрели телевизор. А сейчас на улице солнце.
начинается нормальная жизнь, и поэтому спрос на Netflix будет меньше фундаментально. А технически, вы знаете, я не люблю коротить акции после того, как у них был гэп вниз. Вы его видите очень хорошо на дневном графике. Я избегаю акции с гэпами. Почему? Потому что каждый гэп показывает на наличие большого количества травмированных людей. А травмированные люди часто ведут себя неадекватно. Поэтому есть другие кандидаты на шорты. Некоторые из них мы разобрали сегодня. Спасибо всем, кто прислал акции на обсуждение. Я ценю ваше доверие. Надеюсь, что я не обидел никого в своих комментариях, но моя задача – это не комплименты раздавать, а анализировать то, что лежит передо мной. Надеюсь, вы это понимаете. У нас осталось не так много времени. Собственно, мы уже выполнили свою норму, час, но мы немножко продолжим. Роман, с вашего позволения, 4 вопроса пришли, я хочу очень, очень вкратце на них ответить. Да, да, конечно. Так. Абзал пишет, правильно ли я понимаю, что рынки большую часть времени движутся по тренду, а иногда в боковик и очень редко разворачиваются? Игра на откатах по тренду наиболее более безопасна, чем на разворотах в процентном отношении. Да, я бы сказал, я не сказал бы, что тренды больше, чем боковики. Многие акции сидят в боковиках годами, но откаты по тренду – это более, в смысле успешных сделок, это более высокопроцентная игра. В смысле дохода потенциального на сделку, она выше, конечно, на разворотах. Но для консервативного трейдера заниматься, играть на откаты по тренду – это очень правильный вариант. Желаю успеха. Контролируйте риск. Контролируйте риск и ведите дневник своих сделок. Очень важно. Анна пишет. Наша победительница. Прошу вас рассмотреть, как лучше защищать нарастающую прибыль в сделках, чтобы не рисковать большой долей прибыли, но и не выйти слишком рано из-за колебаний на рынке. Спасибо. Анна, короткий ответ на очень серьезный вопрос. Есть такой индикатор, который, я думаю, имеется в MetaTrader. Роман скажет что-то, наверное, на эту тему. Он называется ATR, Average True Range. ATR – это расстояние, которое данная акция легко покрывает за один день. Так вот, защитный стоп нужно ставить на расстоянии больше, чем одна ATR. Потому что если вы ставите ее в зоне одной ATR, значит, вы просто просите, чтобы рынок вас ударил. Значит, когда рынок начинается двигаться в вашу пользу, то защитные стопы нужно передвигать вместе с движением рынка, но никогда не ставить их ближе, чем, скажем, полтора ATR. Роман спрашивает, как вы относитесь к инвестированию в диверсифицированный фонд ETF? Например, XTN за последний год поднялся на 60% без нужды в моем активном участии. ETF – это очень хороший инструмент для не таких неагрессивных трейдеров. Вы знаете, я как-то сравнил, вот ETF – это как молоко из магазина. А отдельная акция – это вот у знакомого от коровы покупать. Может быть, хорошо, может быть, плохо. В магазине так хорошо не будет. Но и так плохо уже не будет тоже. Так что ETF – это очень, так сказать, нормальный инструмент для инвестиций. Их можно… Во-первых, вы применяете к их анализу такие же методы, как… Во-первых, фундаментально, вы смотрите, что представляет из себя этот ETF. Например, был очень знаменитый, есть очень знаменитый ETF высоких технологий. Это был самый горячий ETF в прошлом году. Сейчас он в полном обвале. Так что занимайтесь сначала фундаментальным подходом, а потом смотрите на графики, точно так же мы смотрим на акции. Но это вполне, так сказать, разумный, реальный вариант. Зармик спрашивает, что значит, для торговли американскими акциями мне необходимо конвертировать рубли в доллары, валютный риск туда-обратно, куда переводить.
Замик, я, к сожалению, совершенно не знаком с этой темой. Я торгую в Америке, деньги в долларах лежат. Так что я думаю, что если вы проконсультируетесь с людьми из «Адмирала», вы получите гораздо более знающий ответ, чем от меня. Ну, вот я просто, да, хотел здесь дополнить. То есть, в принципе, если торговать акции, то есть, как правило, поступают. То есть, у нас, например, есть несколько счетов в разных валютах. То есть, если это Америка, то разумнее считать, что это в долларах. Особенно, если мы говорим о российском рубле, который там имеет тренд на обесценивание. То есть, в любом случае, это будет более безопасно, чем зависеть от колебаний как раз рубля в данном случае. Окей. Роман, вы хотели, я высказался, вы хотели что-то сказать? Нет, у меня дальше осталось, я как раз расскажу про индикаторы, да, пару слов, и про конкурс, то есть то, как можно как раз получить индикаторы. Вот мы разобрали все вопросы, спасибо большое, Александр. Посмотрели как раз то, что просили. Ну, к сожалению, не все успели посмотреть, но у нас какие-то технические неполадки сегодня были, но мы все же провели этот вебинар. Да, Роман, извините, что я перебиваю, но мы, на неполадки мы ничего не списываем, потому что мы начали на 7 минут позже, и мы заканчиваем на 15 минут позже, так что мы эти неполадки покрыли вдвое. Да. А вопрос вот с тем, что, знаете, хочется какие-то акции серьезно обсудить. Я могу сказать навскидку, да, нет, вы знаете, мне друг показал, он пользуется программой для того, чтобы женщин встречать. Тогда очень просто, выскакивает фотография, он ее отмазывает или вправо, или влево. И вот так вот он может за 15 минут просмотреть там 50 кандидатов или 100. А я на акции, ну, на любителя. Я на акции смотрю гораздо более серьезнее, поэтому я, когда смотрю на эти акции, я хочу что-то сказать о них. И, может быть, вам разработать какую-то систему, кто имеет право, то есть все имеют право смотреть, но не все имеют право подавать заявки. Кто имеет право подавать заявки? Да? Вот у меня нет для вас решения, я вас оставляю с вопросом. Но, Роман, еще раз спасибо за приглашение. Вы знаете, у меня это редкая возможность час говорить по-русски и делиться тем, чем я люблю заниматься. Для меня это невероятно интересная тема, и это то, чем я занимаюсь профессионально, с огромным удовольствием. Спасибо за приглашение. Спасибо большое, Александр. Ну, а мы, как всегда, с нетерпением ждем вашего вебинара и ждем следующий, который у нас будет в июне. Поэтому спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня, да, у вас еще день. Вот, а я, да, расскажу пару слов. Могу показать в окно. Вот видите, вот. У нас в Таллине, по крайней мере, идет дождь, все портится. Ну, в общем, стандартное. Сосед прислал видео на прошлой неделе. У него он такой технарь. У него камера стоит ночная, все. К нему медведь приходил ночью. Вот так вот. Правда, без балалайки. Всего хорошего. Да, спасибо большое, Александр. До свидания. Уважаемые участники, да, как мы и говорили несколько выпусков назад о том, что планируем сделать индикаторы, которые как раз доступны клиентам Admiral Markets, вот то, как показывал я в ходе сегодняшнего вебинара, да, вот именно для пятого метатрейдера, и мы сделали первую как раз часть, первую версию, которая уже будет доступна для клиентов, у которых есть реальный счет в Admiral Markets, у кого открыт именно на пятом метатрейдере, с балансом более 200 евро. То есть это, чтобы у вас был активный баланс вот именно по данному счету. А для того, чтобы запросить данные индикаторы, нужно написать на почту elderdisk@admiralmarkets.com. Прошу прощения. А сейчас я добавляю также в чат почту, чтобы вы смогли скопировать, написать данный запрос. И на почту мы пришлем вам индикаторы, пришлем шаблон, чтобы это выглядело точно так же, как у меня на MetaTrader, как мы сейчас разбирали. И также будет видеоинструкция о том, как эти индикаторы установить, да, чтобы вы смогли максимально удобно все это сделать, чтобы у вас это работало. Поэтому отправляйте ваш запрос, и я данную информацию вам вышлю. Прошу прощения.
И теперь про конкурс, да, то есть как у нас, как всегда, проходит конкурс вместе с Александром. Конкурс у нас заключается в том, что под этим видео на нашем YouTube-канале, вот именно последнего видео, необходимо предложить одну акцию, которая торгуется в Admiral Markets и которая будет актуальна, вход в нее или в лонг, или в шорт, ну, более-менее актуально как раз на дату следующего вебинара, когда Александр будет ее комментировать, да, и разбирать со своей стороны. Поэтому оставляйте ваши предложения в акциях на YouTube-канале. Мы рассмотрим как раз часть из них, возможно, не все, да, успеем, но наиболее интересные, которые будут находиться в интересной своей фазе развития, мы разберем. И, ну, все акции, которые вы предложите, будут участвовать в конкурсе. И в период с следующего вебинара, который будет через месяц, да, то есть те акции, которые покажут самый большой прирост, да, или это будет падение, или это будет рост, та акция и тот участник, который предложил эту акцию, и получит, соответственно, книгу. Конкурс джентльменский. Понятно, что мы понимаем, что вы могли входить раньше, да, выходить из этих акций раньше, но вот для того, чтобы как раз несколько систематизировать вот тот подход, который применяет Александр, да, вот в качестве примера мы используем такой конкурс. Ну и плюс это хорошая также для вас возможность получить книгу с автографом Александра. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал Admiral Markets, сейчас также ссылочку приложу, там видео будет доступно уже завтра, и там вы можете уже участвовать в конкурсе. И также ваши вопросы, которые у вас появляются к Александру, пожалуйста, оставляйте под этим видео, потому что мы не успеваем разобрать все, не успевает Александр ответить на те вопросы, которые вы пишете в чате, поэтому я их не игнорирую, мы чисто физически их просто не успеваем обрабатывать, да, поэтому все вопросы, которые вы присылаете именно под видео на YouTube-канале, они и будут разбираться. Да, вот сейчас ссылочку приложил. Поэтому, да, вот задают вопрос, что написать в комментариях к запросу. Вы просто пишете индикаторы Александра, и этого будет вполне достаточно. То есть дальше уже всю информацию мы пришлем, то есть эта почта, она открыта именно под запрос данных индикаторов. Поэтому абсолютно не важно, что вы напишете, мы в любом случае вам ответим, да, по тому, как их использовать и как их настроить. Отлично. Тогда всем спасибо за внимание. Тем, кто смотрит нас на YouTube-канале, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий по данному видео, да, то есть что вам нравится. Ваши вопросы оставляйте, участвуйте в конкурсе. Ну и мы с вами увидимся через месяц, да, прошу прощения, хотел сказать через неделю, и продолжим вместе с Александром разбирать акции, смотреть текущую ситуацию и в целом получим новые знания, новый опыт от Александра. Поэтому всем спасибо за внимание и до свидания.